Всем здравствуйте, приветствую всех на канале Дачные Советы. Сегодня у нас 6 марта. И я хочу вам показать, как я сейчас буду замачивать остеоспермумы. Вот эти вот три пакетика у меня тут в двух пакетах по 4 штучки. И в одном пакете 0,1 грамма. Ну не знаю сколько, думаю тоже не больше 5-6 штук. Остеоспермумы я не подписываю. Сейчас я их на ватных дисках замочу. И, в общем-то, никогда их не подписываю. Все равно они тут все смесь практически. Мне, в общем-то, без разницы, какие они будут. Сею я всегда остеоспермумы где-то около 8 марта, вот как сегодня. И, в общем-то, замечательно они цветут. Тоже я кустик формирую. Как правило, они у меня зацветают уже дома. Как я их замочу? В общем-то, диски вот у меня приготовлены. Сейчас я вам все покажу. Сейчас я разведу, конечно же, агат, как обычно. И что хотела сказать. Сегодня с утра я, конечно, была очень сильно расстроена. И даже, не знаю, настроения у меня совершенно не было. И по какому поводу, я вам сейчас все расскажу. Пришел у нас сегодня покупатель с утра в магазин. И, в общем-то, вот из большого шприца я побольше агата добавляю при замачивании семян. Во-первых, при замачивании семян его и так можно побольше добавлять. А во-вторых, этот агат у меня уже в апреле заканчивается срок. И, в общем-то, мне его надо по-быстрому использовать. И для рассады-то его можно побольше разводить, в концентрацию делать. Даже в инструкции написано, что для замачивания семян, не для рассады, а для замачивания семян, можно концентрацию делать побольше. Так вот, что я хотела сказать. Сегодня у нас пришел покупатель, мужчина, с утра на работу к нам в магазин. Принес пакетики, и что нам говорит, что мы пакетики вскрываем и оттуда вынимаем семена. Но это, конечно, полнейший бред. Вот что я хочу сказать. Когда мы берем пакет, тут срок годности всегда, смотрите, в пакете есть еще один пакетик. И когда вы его разрезаете, вот как раз к сегодняшней ситуации, вы сначала потрогаете, где находится пакет. Вот я сейчас ощупываю пакетик, и я понимаю, что пакетик у меня внутренний вот здесь. То есть я смело низ обстригаю. Если вы чувствуете, что пакетик внизу, значит, нужно срезать с другой стороны. Приносит он нам вот такой вот пакет с томатами, правда. И вот этот пакет. И этот пакет срезан снизу. И у него там не все семечки, вместо 27. Но, скорее всего, как я так предполагаю, наверное, пакетик вот этот нижний, внутренний, был внизу. Он обрезал эту часть. Естественно, семечки сразу высыпались. Где-то у него потерялись. И, в общем, он сегодня пришел и закатил нам такую истерику, что я, не знаю, просто в шоке. Мужчины должны защищать у нас женщин, да, защитники наши. А мужчины иногда вот так себя ведут непонятно. Конечно, это не все мужчины такие, но вот. И хочется сказать-то, что какой смысл нам там вынимать эти семена, когда у нас своих семян этих полно. И, конечно, ну, я сомневаюсь, что где-то есть в каких-то магазинах такие продавцы, которые будут, в общем-то, вынимать зачем-то семена. Не таких уж больших денег они стоят, эти семена, чтобы вынимать. И просто, вот знаете, ну, обидно, когда покупатели почему-то начинают думать, что мы семена вынимаем из пакета. Мы их не фасуем, мы только торгуем ими. И если семян не доложили, ну, это виноваты кто? Те, кто фасовал эти семена. И я уже неоднократно показывала вам, когда, вот, допустим, я сеяла бегонии, и было на пакетах написано, что там по 5 семян, а у меня во всех пакетах попало по 7 семян. Ну, собственно говоря, вот бывает и так. И знаю, что частенько мне гавришевские огурцы попадают, где написано 10 семян, а в наличии 12.
Так, вот тут тоже в этом пакетике 4. Поэтому вот, ну, обидно, когда начинает вот так вот. Вообще, я считаю, что человека можно обвинить, что он что-то там убрал или еще что-то сделал, если ты на 100% уверен, что он это сделал. Мы стараемся как-то и посоветовать, и, ну, по-человечески относимся ко всем покупателям. И вот такое вот отношение очень, конечно, неприятно. Конечно, у нас основная часть покупателей у нас наши, особенно постоянные, очень все хорошие. Но вот бывает такое, и испортив настроение на весь день, люди даже не понимают, что потом нам работать целый день еще с людьми. С каким настроением? Ну вот я все прощупала, все они, в общем-то, в центре у меня эти пакетики. Поэтому всегда вот проверяйте, прежде чем состричь, или держите вот вверх вот этой частью, которую вы состригаете, чтобы можно было открыть, вынуть пакетик и уже потом его в руках расстригать. А так, ну, кому это надо вынимать, заклеивать, отстригать? Ну, бред полнейший просто. Так, ну вот этот вот пакетик, в котором у нас 0,1 грамма. Сейчас я посмотрю, сколько его тут. Я его на отдельный диск. И смотрите, какие семена разные, да? В одном крупные семена пакете, в другой мелкие семена, да, пакете. Так, 0,1 грамма. Сколько у нас их тут? Так, один вот сюда отскочил. Так, ну да, тут семечко вроде побольше, да? Так, в этих по 4 семечка было, а в этом пакете 2, 4, 6, 8. Ну, в общем-то, вот. Получается у меня 8,8, 16 штук. Остеосперму я очень люблю. Так, ну тут у нас уже готово все. Смачиваем мы как обычно. Смачиваем очень хорошо диск. Сеять я буду этот остеосперму только завтра вечером. Вот я сейчас его замочу. Помещу это все в пакетик. А сеять буду только завтра вечером. Остеосперму, как правило, хорошо очень всходит. И по поводу еще не всхожести семян, чаще всего-то плохо всходят в основном цветочные семена. А вот перец, томаты, баклажаны, они обычно хорошо всходят. Но вот бывает что-то у них, какое-то торможение. Они в итоге, конечно, все равно взойдут. Ну, бывает вот так вот затормозятся, и очень, конечно, это неприятно. Часто, особенно перец, он же очень пересушенный в основном. И поэтому немного вот задерживается в прорастании. Так, ковыль ни разу не сеяла. Я их, конечно, подпишу, эти два горшочка. Ну вот посмотрим, что у нас тут за ковыль. 5 штук всего. Срок до конца 2019 года. Так, я, наверное, их все-таки подпишу-то все-таки по сортам. Ой, 5 штук. Вот что тут. Посмотрите, какие маленькие семечки. Вот, вот такой вот пакетик, если кто-то открывает, да, вот я изначально взяла, мне показалось, он пустой. Но вот они, семечки, они маленькие, но вот они. Так, раз такие маленькие семечки, я грунт полью сразу. Так, грунт я полью, тоже этот же агат. Ну, сразу грушей полью, потому что такие мелкие семечки мы не заглубляем никогда. Остеосперму мы, конечно, заглубим. Его выращивать очень легко. Кто, если ни разу не выращивал, я прям советую всем выращивать остеосперму. Во-первых, цветет он все лето. А во-вторых, абсолютно не капризный цветочек. Единственное, что сеем мы, сажаем мы в саду его на солнечное место. Он в тени будет всегда закрыт. Он любит солнечные места. Так, ну вот, не знаю, видно вам, нет, на просвет. Вот они, 5 семечек. Малюсенькие, очень маленькие. Конечно, их только поверхностно сеять. Ну, не знаю, не знаю, что у меня получится с этим ковылем. Все эти 5 семечек я, конечно, помещаю в один горшочек. И, в общем-то, ничего там, ой, ничего я распределять по горшочку не буду. Просто так вот
в одно место их сыплю. Сейчас я вам хочу их показать. Какие они малявочки, очень маленькие. Так, и был еще у меня комментарий, я сейчас уже прочитала, что 25 февраля сеяли виолу, все еще не взошла. Ну, я думаю, что еще взойдет. Так, посмотрите, какие малявки. Видно, нет, не знаю, они такие серенькие. Так, раз, два, три, ой, четыре, и пятая в уголке застряла. Ой, какая маленькая, какие маленькие, вернее, семечки. Так, зубочисткой чуть-чуть я их поправлю, но прижимать я их не буду. Грунт вот так немножко распределю только. И все, вот на этом влажном грунте я сейчас их в пакетик только поставлю, и все. Так, и вот второй ковыль, это пушистое облако. Вообще мне злаковые нравятся. Так, сколько у нас тут штук? Тут вот они, не знаю, сколько тут штук, тут, наверное, в граммах. Нет, в штуках. Ну, вот в уголочек тут они тоже сбились. Вот так вот, если откроешь пакет, достанешь, вернее, пакет, можно даже подумать, что и пакетик-то, в общем-то, пустой. Поэтому, прежде чем его открывать, конечно, чтобы никого не обвинять, сначала нужно все аккуратненько просмотреть, прощупать и только после этого обрезать пакетик. Потому что, ну, не стоит обвинять людей в том, чего они не делали. Ой, посмотрите, как там много семян. Не знаю, видно будет или нет, но очень много. Надеюсь, что тут-то у меня что-нибудь зайдет. Вот так вот эту кучку всю я сюда и высыпаю. Так как все равно этот ковыль у меня, он будет пучком расти, если он зайдет. Ну, будем надеяться, что взойдет. Семечки крохотулечные. Так, еще маленько тут одну семечку потеряла. Так, вернем на место. Так, и что? Чуть-чуть я их распределю, чуть-чуть, чтобы они друг другу не мешали. Но засыпать я их не буду. Вообще немножко на газонную траву походят семена. У меня овсяница простая растет. Ну, вот, ковыль-то мне давно хотелось попробовать посеять. Так, ну вот, в общем-то и все. Так, а тут я не полила. И вот в очередной раз я вам показываю, как я поливаю. Я очень низко и прям вот капельками. Грушу я вожу очень низко над грунтом. И прям вот такими капельками на семечки капаю. Грунт у меня влажноватый. Нельзя сказать, что он мокрый, но влажный. Так, ну и все. Сейчас я после съемки их подпишу. И все это поставлю в пакеты. На этом я ролик заканчиваю. Всем до новых встреч. Пока-пока.